И в 95 лет можно установить рекорд, правда, в своей возрастной категории. Это доказал пожилой британец, который преодолел на беговой дорожке 200 метров за 55,48 секунды. Бывший дантист Чарльз Юкстер на этот раз улучшил свое прежнее достижение более чем на 2 секунды. Заниматься бегом герой интернета начал относительно недавно, в 85 лет.